Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. И сегодня я делаю по вашей просьбе видео о том, что понравилось мне за весь прошедший год. Это вторая часть видео о любимых уходовых средствах и не только с сайта iHerb. Я не буду показывать все, что я когда-либо заказывала, этого слишком много. Я заказываю с сайта iHerb примерно уже полгода. За это время мы попробовали и продукты различные, и приправы, и различную косметику. Я пробовала и декоративную, и уходовую. Я расскажу вам только о тех линейках, которые действительно произвели на меня очень сильное впечатление. Итак, давайте начнем. Бренд, о котором я уже несколько раз говорила вам, корейская косметика от Mizone. Обожаемые мной средства. Любила и буду любить. Пользуюсь ими уже в течение года примерно. Крем с плацентой показывала вам уже. Какой-то совершенно чудесный крем, который, будучи таким по ощущению, как масло, жирненьким, при этом идеально впитывается. Не могу понять, как они такое сделали. Вот такая стандартная баночка, очень простая, здесь 50 грамм, но настолько шикарно питает, увлажняет. Прекрасный крем. Опять же, для меня, для моей суховатой кожи, он больше как сыворотка, но я даже этому очень рада. Буквально съедается кожей. Замечательный крем, ждет сейчас своего часа, не буду вам его открывать, он у меня новенький, но две такие я уже использовала, и я вам показывала его, кстати, в своих видео. За что люблю iHerb? Всегда есть сроки годности, понятные на каждой упаковке, также сроки годности есть на странице с самим товаром. Для тех, кто ни разу не делал заказ на iHerb, я делала для вас видео. Полностью я рассказала о том, как зарегистрироваться, сделать заказ и где искать самые выгодные предложения. Оставлю вам вот здесь ссылочку, пожалуйста, посмотрите, это очень просто. Цены действительно очень-очень выгодные, так что обратите внимание, это хороший, питательный и антивозрастной компонент. Ну и любимый мной муцин улитки, который содержится в кремах от Mizone. В данном случае это Black Snail, то есть это крем с черной улиткой. Самый считается действенный. Он очень-очень питательный, хороший для многих, у кого сухая кожа, могут даже использовать его днем. Здесь 90% улиточной слизи. Не буду повторяться, чем полезен муцин улитки. Я делала специальное видео, пожалуйста, посмотрите. Также оставлю вам вот здесь наверху ссылочку. И все ссылки буду дублировать вам в описании к этому видео, внизу под кнопочкой еще. Крем этот огромный, 75 мл. Цены гораздо ниже, чем качество. Качество потрясающее. Крем этот гремит, гремел и будет греметь, я думаю, вообще во всех СМИ, которые только возможно. Действительно хорошее антивозрастное средство, питательное, увлажняющее, прекрасно разглаживает морщинки. Те, кому это действительно требуется, пожалуйста, обратите на него свое внимание. Я его обожаю. И под этот крем обычно я кладу вот такую вот сыворотку, но также я использую ее под другие кремы. Это сыворотка с улиточным муцином. Она довольно концентрированная, она прекрасно впитывается, как водичка. Видите, такая вот она жидкая. Здесь удобная пипетка. Это сыворотка с улиточным муцином от Mizone. Здесь 80% улиточного муцина, но этого вполне достаточно для сыворотки, потому что она впитывается просто 100%. А также вы можете эту сыворотку добавлять в свой любимый крем. И будет иногда ощущение такой легкой стянутости. Это потому что действительно есть подтяжка. Не пугайтесь, это не сушит вашу кожу. Это действительно подтяжка. Поэтому обратите, пожалуйста, свое внимание тоже на эту сыворотку. Поскольку улиточный муцин является также и противовоспалительным хорошим средством увлажняющим, вот такие сыворотки очень хороши для тех, у кого кожа такая реактивная, у кого есть какие-то прыщики, высыпания, это тоже вам поможет. Еще один корейский бренд, который я очень люблю, Skin Food. У меня есть одно средство декоративной косметики и вот такие вот уходовые. Я пробовала несколько, это все, что сейчас пока у меня осталось. Мне нравится очень, это действительно как еда для кожи, такое название. Осветляющие поры, вот такой вот гель для умывания, хорошо пенится, очень приятный, не стягивает кожу и тем не менее он вычищает угри, делает их более светлыми, хорошо очень чистит кожу, особенно жирную. Использовала его в зоне Т, вообще мы использовали вот такой один просто всей семьей с удовольствием, поэтому очень вам рекомендую такой попробовать. Вообще в Skin Food отличные пенки, я оставлю вам ссылочку на эту страничку, где все эти средства находятся, вы можете подобрать себе то, что вам больше подходит или больше понравится. Шикарная маска из сахара. Вот такой вот цвет у этой масочки, вот так она выглядит на коже. Я показывала вам ее как маску сос, такую, которая очень быстро чистит с одной стороны кожи, и с другой стороны одновременно сразу же увлажняет. Действительно вкусный аромат, знаете, какого-то такого
десерта, может быть, даже апельсинового или лимонного какого-то. Это действительно сахар. Называется она Black Sugar Mask Wash Off. Опять же, ссылочку вам оставляю, обратите на нее в свое внимание, особенно те, у кого такая вот, знаете, безжизненная, уставшая кожа, заломана кожа от усталости, тусклый цвет лица. Делаю ее примерно раз в 2 недели с огромным-огромным удовольствием. Кстати, тоже не первая моя баночка. И всех тоже своих знакомых уже подсадила на эту маску, все с удовольствием ее используют. Кстати, ни у кого нет аллергии. Она мне очень нравится, здесь очень-очень богатый состав. После нее кожа имеет такой хороший отдохнувший вид, и она напитанная. То есть иногда у меня даже ощущение, что мне не требуется много крема. А обожаемый мной Skin Food Circle консилер, замечательный, который сейчас, кстати, у меня под глазами. Я убрала этим консилером сегодня свои венки под глазами, у меня прозрачная очень кожа в этой области. Сейчас вы видите, как он наносится легко, он кремовый, он прекрасно маскирует синячки. Он имеет вот такой правильный лососевый оттенок. Я забрала его сейчас, как вы знаете, в свой проект использовать по максимуму. Он кремовый, он у меня уже открыт, я хочу с удовольствием им пользоваться, не забывать. И что замечательно, у него правильный оттенок, который даже иногда не требует перекрытия сверху каким-то консилером. То есть, если вы, например, используете его летом, вам будет вполне достаточно только его, и не нужно будет 10 слоев макияжа сверху наносить. Посмотрите, кстати, на сайте, какой здесь объем, ну, прям банка такая увесистая, тяжеленькая, и вот вся она заполнена вот этим кремовым густым таким средством. У него есть немножко, знаете, такой аромат рыбьего жира, чуть-чуть, ну, потому что он супер-супер натуральный, там действительно есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые питают вот эту вот область под глазами, чтобы потом не сохла вот эта область в течение дня. Это средство стало для меня абсолютной находкой в 2017 году. Считаю, что использовать его может абсолютно любая девушка, как молодая, так и взрослая женщина, не скатывается в складки, прекрасно маскирует синячки под глазами, венки, ну, какие-то такие недостатки, темные, возможно, даже следы от постакне синего цвета, знаете, такие вот синячки у некоторых остаются на лице. Лососевый всегда прекрасно перекрывает синий. Аромат этого совершенно не чувствуется на коже, он тут же улетучивается уже при нанесении. Вещь замечательная, просто какая-то бесконечная, очень экономичная, он действительно плотный, хорошо пигментированный, хватит его вам по крайней мере на 2 года, я думаю, точно, если вы его приобретете, и если он будет у вас медленно уходить, храните его в холодильнике. Косметика Andalou Naturals, абсолютное мое открытие, я очень этому рада. Сейчас я понимаю, что без этих средств я уже не могу обходиться, мне они очень нравятся. В частности, вот эта серия оранжевая, как вы видите, здесь тонер. Он такой illuminating toner, улучшающий цвет лица, тон лица, у него очень приятный аромат, он с витамином С, он шикарный, он одновременно увлажняет и выравнивает цвет кожи. Его я наношу перед вот этой маской, после этой маски. Я вам несколько раз уже показывала эту маску. А здесь ферменты тыквы, гликолевая кислота и редкий мед манука. Наверное, вы о нем уже что-то слышали. Маска эта очень хорошо осветляет кожу. Она действительно закрывает поры, выравнивает цвет лица. И вообще все вот эти вот ферменты, ферментированные средства, они шикарно убирают пигментные пятна, вычищают ваше лицо и сужают поры. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Выглядит она на лице вот так, немножечко такого оранжевого цвета, потому что там действительно есть еще бета-каротин. Кроме того, что там тыква. Приятный аромат такой, немножечко лимонный. Действительно похоже на какое-то абрикосовое пюре или тыквенное пюре. Держать ее нужно минут, может быть, 10-15. Она не впитывается, она просто работает на коже сверху. Может чуть-чуть гореть кожа. А возможно, если у вас чувствительная кожа, у меня нет таких ощущений неприятных. Когда вы умываетесь, она полностью уже засохнет, вы умываетесь, вы увидите разницу. Кожа у вас становится, ну, такая вот розовенькая, чистая, моложе выглядеть будете гораздо. Мне очень нравится. Такое действительно средство, которое дает сразу же эффект, и это очень приятно. Я ими активно пользуюсь, как вы видите, и первое, второе средство у меня уже на середине использования. Обязательно приобрету снова, как только они у меня закончатся. Это вот вещи уже, без которой я действительно не могу обойтись.
Ну и, конечно же, стайлинг. Я показывала вам его, когда приобретала. Вы хотели, кстати, узнать мой отзыв. Вот он. Этот стайлинг вошел в моим любимчики Cyherb. Действительно, это средство, которое сейчас у меня на волосах. Может быть, вы видели в интернет мои фотографии с длинными волосами. Я кудрявая. У меня все в разные стороны. Кудряшки дыбом стоящие. Они плохо укладываются, потому что волосы пушатся в разные стороны. И вот это средство помогает волосам стать более такими, знаете, тяжелыми, покладистыми. То есть ощущение, как будто лак есть такой на волосах. То есть оно, вот видите, прям такое густое. Его нужно расчесать на волосах и потом взбить волосы, слегка дать подсохнуть и уже укладывать в нужную вам прическу. Здорово! Мне очень нравится. Особенно нравится то, что это средство уплотняет волосы. Алоэ вера, вытяжки трав, натуральное масло. Шикарное средство. Стало моим любимым. Я буду его постоянно заказывать. И советую тем, у кого тонкие, непослушные, пушащиеся волосы. Следующий бренд, на который я прошу вас очень настоятельно обратить свое внимание, это фирма Benton. Косметика это корейская, профессиональная такая, будем говорить, косметика. Видите, простые очень упаковки, все с помпами. А здесь очень необычные составы. Смеси улиточного муцина, различных ядов. Вот в данном случае в этой сыворотке яд пчелы. Я показывала вам эти средства. О них очень хорошие отзывы у всех. Честно говоря, я еще ни разу не видела, чтобы у кого-то были какие-то отрицательные отзывы на это средство. Ими хорошо пользоваться при коже чувствительной. Они хорошо успокаивают, снимают раздражение, выравнивают тон лица. И также для кожи суховатой и возрастной, вне зависимости от того, сухая она или жирная, потому что они уплотняют структуру кожи, подтягивают и дают, знаете, такое вот ощущение салонного ухода. Мне есть с чем сравнивать. Я пользовалась услугами косметологов, я имею в виду уходовыми такими, может быть, массаж, какие-то такие процедуры, не уколы, а именно массаж, масочки. Это действительно достойные средства, достойные вашего внимания, особенно если у вас возрастная кожа, особенно если вы нуждаетесь в специальном уходе, у вас кожа чувствительная. То вот оно. Сыворотки эти все, как и у Derma E, тоже в объеме 60 мл. Объемы у всех хорошие. Если вы будете наносить эти сыворотки на тоник, то тогда они будут легко распределяться. Капельки будет достаточно на лицо, еще одной капельки на зону шеи и декольте. Я думаю, что вы останетесь довольны, если вы попробуете. Одну такую сыворотку у меня выпросили. Я ей пользовалась, поэтому она у меня даже в пустых баночках не появилась. Ссылочку на все линейки, опять же, я оставляю вам. Смотрите, пожалуйста, в описании к этому видео. Шикарные средства Benton. Следующая компания, называется она Dasim, или Siem, или Same. Это корейская фирма Dasim или Vesim, вот так пишется. Это серия с экстрактом новозеландского льна. Супер увлажняющая серия, особенно для тех, у кого видны уже морщинки, кто хочет их заполнить, кто хочет свою кожу напитать, сделать такое вот как тесто, да, как я говорю, такой пухленькой, которая будет выглядеть моложе. Это средства для вас. Они не всегда бывают на iHerb, что-то бывает иногда, что-то нет. Мне удалось купить все три средства вот из этой серии. А, там эмульсия, тонер такой более густой и вот такая вот сыворотка концентрированная. Очень необычные составы. Натуральные, редкие, однако цена очень-очень доступная, поэтому, конечно, фанатов этого бренда много. Мне очень нравится вот эта серия, лично мне. Поэтому я оставляю вам ссылочку, посмотрите, пожалуйста, возможно, вам что-то тоже понравится. Следующее, на что я считаю, вам обязательно нужно обратить свое внимание, и молодым девушкам, если меня смотрит тот, у кого есть дети взрослые уже, то, возможно, вашим детям стоит обратить внимание, либо вам, тем, кому суши очень пенки. Вот эта вот пенка от Cosrx Low pH Good Morning. Это не с низким pH, который не сушит кожу. До какого месяца она годна, я делаю вот здесь вот пометочки, мне так удобнее. Здесь 150 мл. Пенка это очень-очень экономичная. Действительно, тем, у кого сильная стянутость кожи, кто вот мучается прямо от сухости, следует умывать лицо пенками, которые не раздражают вашу кожу и не будет нарушать ваш естественный
качественный pH кожи, так что обратите внимание. Этот бренд имеет большую линейку для проблемной кожи, жирной, с угревыми высыпаниями, с прыщами, акне, с такими вот воспалениями, с куперозом. Вот в Cosrx очень-очень много таких хороших средств. Ну и, конечно же, я не могла пройти мимо Snail 96, то есть это почти 100% улиточный муцин. Это сыворотка, уже попробовала. Она действительно шикарно впитывается, она похожа на сыворотку Мизон. В объеме она целых 100 мл, видите, ее здесь много. Она у вас будет жить долго и счастливо, и будет делать вашу кожу свеженькой. То есть, видите, вот в этой компании очень много средств специфических для вот такой молодой кожи воспаленной, хотя и взрослая зрелая кожа тоже бывает такой чувствительно воспаленной, и тоже бывают высыпания какие-то. Также эта компания производит и некоторые средства, которые вне возраста, то есть вот такие и для зрелой кожи, подтягивающие какие-то, увлажняющие. Также эта фирма славится шикарными очищающими, кислотными такими вот подушечками, патчами, которые вот как ватка, вы берете уже, она пропитана средством, и, соответственно, протираете лицо. И такие же с гиалуроновой кислотой, супер увлажняющие. Они тоже очень-очень известны, я пробовала и те, и другие, но вот просто разово в гостях, да, мне понравился эффект. Действительно, поры сужают эти подушечки и прекрасно очищают. Но, опять же, кислоты не для очень-очень сухой кожи, аккуратнее под глаза. Вот это средство обожаю, люблю. Как только закончатся другие сыворотки, которые есть сейчас у меня, я обязательно его куплю. Cosrx. Пишите, пожалуйста, в комментариях мне о том, что вы любите. Может быть, вы что-то пробовали, чего не пробовала я. И давайте будем делиться с вами информацией, помогать друг другу найти более действенные, активные средства, которые сделают нас моложе, красивее и, возможно, сильнее. Что ж, спасибо большое за то, что вы были со мной сегодня. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!